Короче, слухи. Третьим мужем Лии стал фотограф Владимир Персиянинов. Жениться на Лии оказалось не так-то просто. Владимир долго уговаривал актрису вступить в брак, так как после двух разводов Ахеджакова зареклась больше не выходить замуж. Напомним, что муж Ахеджаковой моложе знаменитой актрисы на 20 лет. Лия и Владимир познакомились, когда ей было за 60. Актриса тайком расписалась с любимым мужчиной, не рассказывая никому о столь важном и волнительном событии. Лия призналась журналистам, что стеснялась заметной разницы в возрасте и опасалась осуждения за позднюю любовь. В настоящее время Владимир – единственный по-настоящему близкий человек и соратник актрисы. «Уйдет муж, мне конец», – заявила как-то Лия. Владимир состарился рядом с пожилой женой. Лебединая верность ли? Под снимками этой необычной пары пользователи выражают свои разные мнения. Кто-то видит в этой любви настоящую верность, а кто-то считает иначе. А каково ваше мнение? Любите свою жизнь.